Вчерашний день в областном центре ознаменовался приходом долгожданной зимы. А это значит, что для коммунальщиков настала самая горячая пора. Только этой ночью на улице Ульяновска работало 145 единиц техники. 67 единиц по дворремстрою, 10 единиц по центру по благоустройству и 68 единиц по управляющим компаниям. Сегодня мы еще раз утром проехали по городу. В принципе, все основные дороги находятся в прежнем состоянии. С улиц Гончарова и Карла Маркса, а также с площади Ленина вывезли 50 самосвалов снега. С проспекта Нариманова, улиц Ленина и Спасской 43 самосвала. Очистка продолжается и весь сегодняшний день. Работу коммунальщиков сегодня утром проверил председатель правительства Александр Смекалин. Рабочее совещание прошло на базе дворремстроя. Здесь же главе областного правительства продемонстрировали диспетчерский пункт и работу спутникового мониторинга ГЛОНАСС, при помощи которого можно отследить каждую снегоуборочную машину. Основные проезжие магистрали чистые, причем очищены в соответствии с нормативом. Есть вопросы еще по второстепенным дорогам, но снег продолжает идти. Я думаю, что здесь все те замечания, которые сегодня были высказаны, будут устранены. Замечания касаются уборки второстепенных дорог, расчистки тротуаров и придомовых территорий. Жалобы граждан на необходимость очистки дворов уже поступают в контакт-центр при главе города. Сотрудники незамедлительно выезжают на место, после чего управляющим компаниям направляются соответствующие предписания. При невыполнении управляющими организациями работ по очистке снега можно обращаться по телефонам 05 или 73 79 11.